Владимир Владимирович к нам на банкет не идет. Идет? Блин. Я списки охране уже подал, его же не пустят, там же эти. Владимир Владимирович, когда на банкет пойдете, скажите, что вы Потапенко. А я уж как-нибудь дома сам отмечу с мамой. В последнее время Владимиру Владимировичу Путину очень тяжело работается. А все потому, что на него оказывается сильное психологическое давление. Хоть не надо. Эй, братка, постой, куда спешишь? Обмани, но останься. Ты погасил свечи, загадал желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Владимир Владимирович, останьтесь на третий срок. Не надо ни подарков. Ой, ну вы прям такая знаменитая. Вам же, наверное, и мечтать не о чем. Да не, есть у меня мечта. Хочу татуировку Сталина свести. Зачем? Я взрослею, он все больше улыбается. Сегодня в России большой праздник. Но какой праздник без первых лиц государства? Дамы и господа, встречайте, президент и премьер-министр России. Добрый вечер, КВН. Здравствуйте, Александр Васильевич. Огромное спасибо за то, что пригласили нас на юбилей. Я сразу бы хотел передать слово своему коллеге, так сказать, премьер-резиденту нашей страны. Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо. Перед тем, как перейти к поздравлениям, я хотел бы ответить на два самых актуальных вопроса. Вы знаете, многие считают, что после вступления России в ВТО АвтоВАЗу придет конец. Я хотел бы заметить, что это не единственный плюс. Есть еще много других. И второе. Некоторые удивляются, почему от России на «Оскар» поехал фильм «Цитадель». Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Пусть весь мир знает, что война — это долго, дорого и неинтересно. Давайте все-таки вернемся к юбилею. 50-летие КВН — это грандиозное событие, и поэтому подарок должен быть соответствующий. Но мы не будем сейчас обещать, что построим дом КВН. Да, но если у КВНщиков есть какое-то пожелание, мы готовы исполнить его прямо сейчас. Отличная идея. Извините, пожалуйста, вот мы бы все хотели, чтобы КВН включили в школьную программу.
Хорошо, сейчас. Ну, решим, решим. Александр Васильевич, нам очень нравится приходить на КВН, потому что в нашей стране так тонко чувствуют проблемы молодежи всего два человека. Вы и Грачевский. Александр Васильевич, вы уже 50 лет являетесь прекрасным менеджером. И мы оба, не сговариваясь, решили сделать вам подарок и назначить вас губернатором Челябинской... Калининградской... Ну что ж, новой Челябинско-Калининградской области. Поздравляю, Александр Васильевич, с праздником. Открою маленькую тайну. Не так давно Александр Васильевич, мы с ним были на одном мероприятии, он говорит, надо бы увидеться. Я говорю, ну надо, заходите. Вот вы зря смеетесь, он пришел. Он зашел, да. Но дальше будет еще смешнее или печальнее, я не знаю. Вот он сел напротив, поздоровались, он начал говорить. Говорил, говорил, ну так, в общем, говорил минут 15. Я говорю, Александр Васильевич, а чего надо-то? Честное слово, правда, я не шучу. И дальше тоже не шутка. Он говорит, да я не знаю. Я говорю, а что пришел? Я лукавил, конечно, лукавил. Да. Нет, правда, это вот я не преувеличиваю. Я говорю, а чего пришли-то? Он говорит, ну, пришел вот-то как-то, не знаю даже, что попросить. Я говорю, знаете что? Но если так, я сам подумаю. Вот я с тех пор думаю, думаю, чувствую, надо опять встречаться. Я не против, у меня... Я с собой Гусмана возьму, у него есть конкретные предложения. Нет, Алексей Иванович, приходите один. Поздравляю вас всех с праздником, с юбилеем. Всего доброго. Спасибо, Владимир. Спасибо. Они позволяют себе и шуточки еще какие. И где? В Кремле. На бывших больших начальников, на уходящих, приходящих, ну и на действующих. Это вот вы о ком сказали? Женился, развелся, счастлив. Браво! Какой молодец! Здесь меня попросили дать совет. Вы большая, дружная, очень хорошая семья. Совет вам для любви.